Друзья, всем привет! С вами Ефимов Евгений, и сегодня, 17 июля, мне исполняется 24 года. И сегодня хочется подвести небольшие итоги, а также задать цели на будущее. И в первую очередь скажу большое спасибо всем, кто со мной, кто поздравил, всем большое спасибо, постараюсь всем ответить. Что-то получается, что-то нет, и это нормально. По крайней мере, к 1 марта, примерно к этим числом мой прогресс в воркауте меня устраивал, уровень был классный. Сейчас я немножко отдохнул, можно сказать, переосмыслил свои тренировки и с новыми силами покоряю свои задачи, цели. Все же хочу пробиться на чемпионат мира, хочу просто попасть на отборочный этап для начала, выступить и пройти отбор. Для меня это такая большая цель, большая мотивация. И сейчас после отдыха, после того, как я немножко не тренировался, отдыхал, восстанавливался морально, восстанавливался телом, я готов снова покорять вершины, изучать новые элементы, а также прогрессировать в базе. Сейчас немножко переосмыслил свои тренировки и готов сделать новые цели. Все цели, которые сейчас я буду озвучивать, они именно связаны с моим уровнем, с моими тренировками, то есть с воркаутом. И первое, чего я хочу добиться, это статика, это удержание переднего виса 30 секунд. До этого я уже смог этого добиться, но сейчас уровень немножко упал, и на данный момент вис я делаю примерно 20 секунд. Задача сделать 30 налегке, этого мне будет достаточно. Вторая цель, это удержание full горизонта 20 секунд. Еще никогда в своей жизни я не смог сделать это удержание 20 секунд, но я стремлюсь, мой максимум был около 15 секунд. До Нового года, точнее до 1 января, я должен все-таки добиться 20 секунд удержания. Я буду к этому стремиться. Третья цель – это отжимания в стойке на руках. В идеальной технике я должен сделать 30 стабильных отжиманий. На самом деле сейчас даже не знаю, сколько сделаю, но когда-то я точно делаю эти 30. Посмотрим, будем пробовать, посмотрим мой максимум. Следующие цели будут с базой. Раньше я даже не думал о базе, в плане она у меня есть, она у меня неплохая, но так, чтобы как-то сильно ее развивать, я не хотел. А сейчас я прям почему-то очень хочу выучить несколько базовых движений, прям прокачать их в смысле. И посмотрим, потому что база прет у меня хорошо, посмотрим, как смогу я в ней развиться. И первая цель в базе, точнее это у нас уже четвертая цель, это подтягивание. Я хочу сделать 40 подтягиваний без веса. Посмотрим, какой мой максимум. Его сейчас я вообще не знаю. Я уже, наверное, лет 5 на максимум не подтягивался. То есть 40 подтягиваний, цель номер 4. Цель номер 5 – это отжимание на брусьях. И там моя задача сделать 120 повторов за подход. Я делал около там 115-110, но сейчас я вот, ну, вообще не знаю. Раз 100, думаю, сделаю, но задача будет сделать 120, поставить свой личный рекорд. Шестая цель будет связана с выходами на 2. Я вообще забил на это движение, но оно крутое. И иногда я вот сейчас его делаю, когда у меня такие просто, скажем, восстановительные тренировки, просто для души, просто для себя. И я прям загорелся этим элементом и хочу сделать 15 чистейших выходов на 2. То есть там нельзя сгибать ноги в коленях, все должно быть натянуто, как струночка. То есть кривых я и сейчас раз 20 наделаю, но мне нужны чистейшие 15 выходов на 2. Седьмая цель – это шпагат. Я хочу растянуться, наконец-таки сесть на идеальный шпагат, идеальная складочка. То есть давайте назовем седьмую цель – это отличная растяжка. Ну вот я назвал 7 целей, это мое любимое число, ведь 17 июля у меня день рождения, это сегодня. Поэтому 7 целей хватит, как раз таки, чтобы их достичь. У меня там будут всякие и подтягивания в висе, и выходы в стойку. То есть очень много смежных упражнений с моими целями. Поэтому я буду не только в удержаниях прогрессировать, но и в комбинациях. То есть моя цель всегда, за все года воркаута, это делать крутейшие комбинации статики и динамики. Динамику я вообще сейчас не озвучивал в целях, но у меня также просто хочу поддерживать ее на уровне, делать крутые элементы, делать крутые комбинации статика плюс динамика и просто здорово выступать на соревнованиях. Поэтому посмотрим. 1 января я сделаю отчет, посмотрим, чего я добился, чего нет. Эти цели, конечно, я буду закрывать и раньше, чем 1 января, я в этом уверен. Буду пробовать, просто прокачивать себя. То есть сейчас мои тренировки будут состоять именно из этих упражнений. База, статика, ну и динамика. Ее я тоже буду, конечно же, делать. Конечно же, будут крутые элементы. Также, друзья, делаю анонс, что скоро появятся новые рубрики на моем YouTube-канале. Это будут очень интересные такие видео, которые, я уверен, что вам понравятся. Потому что сейчас вот я просто, ну, не могу промолчать, сделаю пару слов, чтобы вы поняли, о чем речь.
Это будут видео, где я буду обучать ребят элементам. То есть будет команда ребят, мои ученики, которые будут пробовать учить разные сложные, простые, средние воркаут элементы. Я уверен, что вы это любите, и это будет круто. Буду прокачивать не только себя, но и своих ребят, специально, чтобы вы могли смотреть это на видео и тоже вместе с нами всему обучаться. Также последние где-то полгода я не сижу без дела и пишу свою собственную книгу, куда я вложил 10-летний стаж своих тренировок. Она называется «Воркаут статика». Это моя первая книга, где будут просто разложены по полочкам все самые важные, самые известные воркаут-элементы. Будет база, будет о том, как составлять программы, как тренироваться, все нюансы, на что обращать внимание. То есть это прям мой 10-летний опыт в книжке. Она уже получается довольно-таки объемной. Сейчас вот прям первый спойлер, еще никому почти не показывал. Содержание этой книги, оно еще не доделано, это еще все в процессе, но я очень хочу запустить уже эту книгу буквально в августе, то есть под конец лета, ну допустим 1 августа, чтобы еще месяц там летом был, я постараюсь ее доделать, потому что сейчас уже вся вот эта вот теоретическая база составлена, нужно просто ее красиво оформить, красиво доделать, поэтому я говорю вам о ней. Также цена будет максимально доступная, чтобы все могли почувствовать, понять эти тренировки, попробовать на себе. И еще забыл совсем рассказать, важная фишка этой книги, что к ней плюсом идет онлайн видеобаза элементов и упражнений. Все вы сможете посмотреть на глазах, все попробовать, прям все подводяшки крутые, разные, полезные, везде будут советы даны, техника, я думаю, вам это понравится. Первый анонс от души для вас, ребят. Всем спасибо за просмотры, спасибо за поздравления, ведь сегодня 24 года, для меня это прям какие-то неопределенные, непонятные для меня чувства, вроде старею, а вроде умнею, то есть тут сложно сказать. Всем пока, ждите новых видео, будет мощно, бам! Shang Tsung could mirror my swag. I tell a copycat, get over here. Let's engage in Mortal Kombat, 'cause I'm on that full contact, no holds barred. But I'm in a dish, I never thought they wanna talk about flow.